побыла жена, танцовщица Ирис. За субботу и воскресенье, пропив почти все деньги, он решил наведаться к жене, потолковать про кризис. Но с его Айседорой был какой-то Есенин. Они вместе напились, слив в компании. Жена о стриптизе подняла с пьяну вопрос. И тут уже не выдержали нервы у парня. Решил жене устроить пьяный разнос. Ты даже отдаться нормально не можешь, обвинил он жену. Что говорить про стриптиз? Да у тебя не стоит, алкоголик, давно уж, молчи уж лучше. Пиздолиз, кризис на любви, поставил точку, словно в пасхальном рассказе о Генри жена подарила измен цепочку. Он отвечал алкоголизма черепаховым гребнем. Молчу, молчу, молодая и красивая. Он слышал любовника жены одобрительный смех. Выпей лучше, соберись, брат, с силами. Ждет тебя этой ночью успех. Так прошел понедельник, минул вторник. Алкоголизм не остановило даже отсутствие денег. Он пил и пил, подобно всем неизвестным героям. Неизвестно на что, неизвестно где я. Вот, очнувшись, пьяный в лавку в своем родном гараже, подрядил двух друзей поехать с ним на Ярославку за шлюхами. Но это не назло жене. Привез с Ярославки шлюху, спихнул в гаражную яму. Давай внизу пляши, сука, стриптиз. Включили музыку, но тут пришла его мама. Друзья попрятались, решай свои проблемы, пиздолиз. Бедная девочка, зачем ты даешь над собой издеваться? Верещала мать шлюху, таща за собой. Мама, я просто хочу ебаться, как ты не понимаешь, я молодой. Друзья вернулись, нужна была тачка. Увидели, он лежит на пороге, а какая-то маленькая собачка трахает его, поставив на голову передние лапы. Друзья достали мобильники, кто сфотографировал, кто записал видео. Друзья, и скажем прямо, собутыльники старались, чтобы все, кто захотел, это увидели, чтобы народ удовлетворил право на честную информацию, чтобы посмеялся народ, и чтобы понимали люди, мобильники мация, что такое есть настоящий доггер. Пиво, водку пил, и я был там сам, да вот не сфотографировал. Память запоминала и записал потом все, как текло по усам и в рот не выпадало.